Сегодня готовлю кекс с пропиткой. Для кекса мне понадобится. Я использую стакан объемом 200 мл. Беру 4 яйца. Добавляю 1,5 стакана сахара. И все взбиваю миксером. Когда наша масса стала белой и пышной, я добавляю следующие продукты. Стакан растительного рафинированного масла. Стакан натурального йогурта. Вы можете заменить сметаной. Три полных ложки столовых какао. Один пакет ванильного сахара. И опять все взбиваю миксером. Стакан просеянной муки. Второй стакан. И пакет разрыхлителя. И опять все взбиваю миксером. Форму для кекса я смазала сливочным маслом. Немного притрушу мукой, тогда точно наш кекс не прилипнет. Тесто выливаю в форму, хорошо распределяю и отправлю в хорошо разогретую духовку до 170 градусов на 30-35 минут. Ну а вы, конечно, смотрите по своей духовке. Первые 30 минут желательно не открывать ее вообще. Теперь приготовлю пропитку, и для этого мне понадобится 2 стакана молока, 3 столовые ложки сахара, 2 полных столовых ложки какао, 50 мл растительного рафинированного масла, и у меня молочный шоколад 80 грамм. Всю эту массу я подогреваю, но до кипения не довожу. Кекс готов. Он был в духовке у меня 35 минут. Я его вструшу и вижу, что он прекрасно извлекается из формы. Делаю проколы. И заливаю нашим соусом. Оставлю на 2 часа для пропитки. Ответственный момент. Я переворачиваю. По-моему, красота. Сверху украшу шоколадом. Посмотрим, какой он внутри. Вот такой вот мокренький кекс получился, в меру пропитан.
Всем приятного чаепития.